и без денег можно. Зайти на портал госуслуги или в социальную сеть ВКонтакте теперь можно даже при нулевом балансе. Услугу «Доступный интернет» предоставляют мобильные операторы до 7 дней бесплатно. Ранее услуга работала беспрерывно только 24 часа, затем ее необходимо было продлевать. Поддержка семей. Владимир Путин подписал документ, согласно которому школьников из семей, пострадавших от природных пожаров в Курганской и Свердловской областях, отправят на отдых в лучшие лагеря и центры страны. На данный момент в России работают 5 федеральных детских центров. Это Артек, Орленок, Смена, Океан и Алые паруса. Полет в космос. На космодроме Байконур завершилась установка космической ракеты «Союз-2.1А» с грузовым кораблем. Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», на судно нанесены символы, посвященные 300-летию Перми, сообщается на портале правительства Пермского края. По предварительной информации, сейчас ведется подготовка к пуску ракеты. Он запланирован на 24 мая в 15:56 по московскому времени. Готовы ответить? До 2 июня специалисты Роспотребнадзора по всей России отвечают на вопросы, связанные с детским отдыхом. Телефон горячей линии работает по будням до 5 часов по местному времени. Целькамцы могут позвонить по номеру, который на ваших экранах. Лучше всех! Соликамские ребята успешно выступили в финале краевой юниор-лиги чемпионата КВН «Прикамья». Бойцовский клуб Соликамского округа стал лучшим и вошел в суперфинал, который состоится 1 июня в Перми.